Здорово! Здорово, народ! Прекрасная погода! Хорошее настроение. В Челябинске хорошая погода. Привет, привет, люди. Здрасте, люди. А в Нальчике сколько время? Нальчик, здорово. Здрасте, привет. Привет вам, уважаемые. Смотрите, какое небо синее. Какое небо синее, коко. Какое солнце желтое. Здрасте, здрасте. Плюс 17, хорошо, а у нас 16. Красноярск, здорово, Анапа, привет. В Нальчике московское время. Нифига, я думал там холодно, а там московское время. Кострома, Хабаровск, здрасте. В ЕКБ? Да, хорошо. Папу вижу каждый день, маму. Детей вижу чаще. Мценск, здрасте. В Мценске школа тяжелой атлетики, говорят, сильная. Или раньше была сильная. О, пришло сообщение, 15 тысяч за резину, получается. Заказал резину под помост. Потому что на третьем этаже у нас немножечко прыгает. И фанеру. Пришлось сделать этот сэндвич. Сэндвич надо собирать. Резину и фанеру. Как... Чувствовал себя как Локов на тайских каникулах. Резину и фанеру первым делом. Рига, привет. Связь плохая, извините. Дима, НСК с тобой. Новосибирск, здрасте. Здрасте вам. Продам гараж. Я тоже продам гараж, кстати. У меня в Москве есть гараж, могу продать. Ну, не гараж, а это парковочное место в Химках. Отличное. Парковочное место. Могу про. Кстати, можно поставить помост. Поставить помост, штангу и сделать на гаражном месте тренажерный зал. Будет самый дешевый тренажерный зал в городе. Сколько в рывке поднимаете? Ну вот на последнем турнире поднял 105, в толчке 120. Южная Корея. Как в Южной Корее? В Южной Корее вот так показывают? Вот так? Как показывают, как не. Братва! Знаете, что решил? Форму набрать. Качаться начал, два раза покачался. Чего-то думаю, надо подкачаться. И в октябре в Екатеринбурге будет у нас чемпионат России по бодибилдингу. И знаете, что? Хочу фотку сделать с папой и с сыном. Или с сыновьями. Наверное, с сыновьями. И с папой. И вот такая фотка мировая. Чтобы у всех были кубики. Кубики у всех. Семейные кубики. И трицепсы. На Самсон не собираюсь. Некогда мне. Поеду в Казань. В Казань поеду. Супруга не очень. Передавайте привет и помолитесь за супругу, чтобы она поскорее выздоравливала. Не очень. Что, в перископ не выходит? Ну, не знаю. Выйдем. На днях выйдем в перископчик. А то что-то давно не выходили совсем. Какой-то у меня носяра здоровый, да? Носяра какой-то у меня. Что за мероприятие будет в Казани? В Казани будут соревнования по бодибилдингу. А я просто как гость поставлю стул, буду писать поздравления и пожелания добрым людям. Ну что, Men's Physique на Арнольд? Не хочу Men's Physique, хочу на волны. На волны поедем мы в Марокко, поедем в августе. Пока на балансборде тренируюсь и на серфскейт. Гуляю с собакой, катаюсь на скейте. Буду совмещать бодибилдинг, тяжелую атлетику. По тяжелой атлетике короткие тренировочки написали на каждый день, на час, а потом подкачка, вот и все. То есть сделал тренировку рывковую, покачал грудь. Сделал толчковую, покачал спину. Как-то так. Киров, здорово! Пермь, родная! Сургут, здорово! Фитнес-клуб будет же ваш в Москве? Будет, а чё? Будет, конечно. А то, всё будет. Ну что, дорогие, Санкт-Петербург, набережные Челны. Всем удачи, всем добра.
любви, солнца, света и всего самого-самого анаболичного. Чмоки-поки. Удачи!